гості Тетяна вирішила приготувати їм невеличкий обід. Дівчина не часто береться за сковорідку. Моя мама все время рассказывала мне историю. Она начала готовить папе кушать, перепутала все ингредиенты, которые нужно было положить. Насыпала папе в тарелку, пересолено, и все там так плохо было. И по его лицу было видно, что это ужасно невкусно, но он съел до конца и облизался, сказал, что безумно было вкусно. Мне лично уже все смотрится очень вкусно. Таня мріє про таку сім'ю, яка була у її батьків. Тому, наслідуючи мамину історію, трохи пересолила омлет. Раз, два, три, омлетик, прийди. Як у вас тут діла? Прекрасно виглядиш, ти можеш. Що ти нам приготувала? Я рішила вам зробити омлетик. Держи. Кушайте. Я просто так посмотрел на Таню и подумал, как все печально, если честно. Я не люблю готовить, но я бы сделал лучше. Есть вещи, которые можно съесть и перекривиться, а это было то, что съесть нельзя. Пересолила. В кого ты влюбилась, скажи честно? Точно влюбилась. Вчера пообщалась с Вованом и влюбилась так, что если с тобой поженимся, будем ходить только по ресторанам. И будем ездить только в ресторан. Я даю слово. Ни один из них не выплюнул. Я догадываюсь, в кого ты влюбилась. И ради этого чувства я готов съесть, впихнуть в себя. Инициатива наказуема. Теперь козак, лицарь, вперед. Да не, я думаю, его перекрестить просто надо и все. Я бы смог, но пришлось бы потом сразу бежать в туалет и рыгать. Это ужасно. З'їв скільки зміг, це був найгірший омлетик мого життя. Ти просто молодець, ти герой, ти сьогоднішній утренній герой. Я вважаю, що в Тані є таке, що немного. Дьявольське таке